И продолжаем тему подарков. С этого года все новорожденные в Приднестровье будут получать подарки от президента. Уже без привязки к праздничным датам. Новая традиция и инициатива Вадима Красносельского. С наступлением нынешнего года по инициативе Вадима Красносельского подарочные наборы получают родители всех малышей, рожденных на территории Приднестровья, а также тех, кто появился на свет за пределами ПМР, но зарегистрирован в Приднестровской Молдавской Республике без привязки к дате рождения. Первые подарки уже вручили. В комплект входят постельное белье, детское одеяло и полотенце, костюм и упаковка подгузников, а еще пожелания родителям малышей от президента Красносельского.